Вот что сегодня произошло буквально 2 часа назад. Отлично, 30, город Саратов. Вчера нашу электростанцию Тантал сдал в аренду СПГС. Они вчера СПГС приезжали, что-то там открывали, лазили, меняли бандурины какие-то. И в итоге вот что вышло. Теперь наш дом без света, без отопления, так как у нас своя газовая котельная. И без воды, так как у нас в доме стоит газовый насос. Загорелось примерно часов 7, даже пораньше. Позвонили в СПГ, чтобы они нас отключили. В итоге они ехали час. И в течение часа, которого не было СПГС, наша котельная, ой, наша стоподстанция взорвалась. То есть во дворе намного все похуже выглядит. Только что потушили, буквально 5 минут назад. Как это все страшно выглядит.